Вот так вот. Авы, вы на канале Сиквадит, это Ас, меня зовут Саша, и мы продолжаем играть в Dragon Age Инквизиция. Вперед, назад, назад, вперед. Бычарой мы уже поговорили. Мы вроде бы как со всеми поговорили, поэтому пойду-ка я обратно в ставку командования. Военный совет. Здесь, естественно, еще ничего не успели починить. А кто украл мой трон? Ребят. Здесь только что трон стоял. Ну, вообще. Что за люди? Что за люди? Трона нет. Ни хрена нет. Так, где тут была Жозефинина комната? Вот она. Угу. Давайте, мне нужно вставочку. Давай. Созвать военный совет. В него вхожу я. Жозефина, этот Калин и, естественно, Кассиандра. Ну и Лилиана там чего-то делает. Даже не чего-то, она там много чего делает. Ну, в общем, Варика мы сюда не допускаем, потому что он слишком без это самое, безнравственно поступить может. Хорошо. Кто у нас тут отчитаться кто-то может? Ага. Летний камень, кровавый лотос. Принять отчет. Молодцом, собрала. Здесь влияние и ферлденский служебный медальон. Окей, понадобится. Ложные обвинения, оскверняющая руна, слухи о Мальфикаре. Хорошо. Так, куда вас еще заслать-то? Кстати, разведка внутренних земель. Разведка боем, блин. Куда нам вообще сейчас прям надо? Отчет о порождениях тьмы. Есть отчеты о порождениях тьмы. Кого? О, нормально, давайте сюда. Alright. Давай. Поиск стража. Ну, в принципе, это здание у меня светилось, что-то недоступно. Я не могу сюда никого отправить. Это Карен должен сюда идти или как? Калин, ложное обвинение. Наше волнение касается... Ой, Жозефина, как ты скостишь? Давай. Давай, давай. Молодец. Экскавация медленна, как вы можете представить. Так купите им экскаватор. Будут раскапывать очень быстро. О, это наш дружбан, маг новый. Лилиана, у тебя 48 здесь. Какая будет просьба Дориана? А что он там просит-то вообще? Рано или поздно ваши дороги все равно бы пересеклись, и тебе пришлось бы их убить. Таким образом, все окажутся счастливы, ты потому что избавишься от потенциальной угрозы, я потому что избавлюсь от людей слишком глупых и недальновидных, чтобы позволять им жить дальше. Они, конечно, будут уже не так счастливы, но кого это волнует? Жду твоего решения, любезный инквизитор Дориан. Да, порешай там всех, в общем, Лилиана. Ну а мы что, мы ломанемся сюда? Кук рассказал, что корифей может влиять на разум серых стражей. Если ему удастся их подчинить, у него в распоряжении окажется легион умелых бойцов. Инквизиции нужно отправляться в Крествуд, разыскать серого стража, товарища Хоука, и узнать о планах других стражей с тех пор, как появилась брешь, никто не заглядывал в крест. Вот оттуда тоже не было вестей. Лилиана вышли туда самых проворных агентов. И мы узнаем, из-за какой такой беды деревня замолкла. Да. Да. Сюда мы пойдем. Но сначала я еще одну фигню сделаю. Да, не в Орле. А вне стен этого военного совета, в общем-то. Сейчас поколдуем с инвентарем немножко. Потому что я решил все-таки удовлетворить вашу просьбу. Будет все интереснее, я так думаю. Так, ну, Кассандра. Ай, что ты вцепилась с него? Вот, молодец. Сера. Дориан. Вот, Дориан. Нет, подожди, Дориан, это ничего не хочу. Солос.
Солос, ты у нас сними, наверное. И д'Артаньянскую шапку тоже сними. Варик. Ты... Ай, вот это дело. Шляпу, наверное, стоит тебе тоже снять. И Кассандре надо шляпу снять. Кассандре тоже надо марчанский шлем отменить. Вот, а так как мы возьмем с собой Дориана. Ой, я же Солоса еще забыл, где там он? Солоса еще надо вынуть из рук оружие. Вот. А теперь все зашибись должно быть. Где там наш железный бычар? Железный бычар со своим лезвием быка. Но это... Ну, оно хоть выглядит, конечно, как, я не знаю, как отбойник у трамвая. Ладно. Давайте дадим тебе дар отца гор. Мой топор, ты его береги, не поцарапай, не погни там. Ты такой здоровый, ты можешь. Во. Десятый доспех. Авангарды. Кольчуга авангарда. Вот. Давай, одень это. Это от Кассандры. Ты тоже смотри, потом постираешь после себя. Каин. Кассандра. Сера нет. Мысли, а я не... Вот. Кол. Тебе. Ты у нас этот дядя, поэтому будешь в этом. Ну, как тебе сказать? Ни хрена он тебе, конечно, не идет. Шляпа у тебя что дает? 13 брони, шлем. Ну ладно, пускай будет твоя пока. Она, конечно, не котируется под эту, ну ладно. С тобой. Солос нет, варик. Где? Как это вообще? Ты ее одел? А, шутка юмора. Ладно, Кассандра нет. Дориан. Будешь ты в аравайском доспехе. Шляпа это тебе не пойдет. Вот это тебе пойдет, наверное. Отлично. Под твою вообще бородку вообще идет идеально, я считаю. Да, этому рогастенькому-то мы и не дали ничего на голову надеть. Можно как-нибудь что-нибудь пришпандорить? Марчанский шлем не налезет, рога мешают, да. Извините, нету ничего на голову тебе одеть. Ну, такое дело бывает. Не попишешь. А что это у моего основного? Или он потом оденется? Наверное, потом, как всегда. Вроде со всеми разобрался. А нет. Дориану Коулу надо еще дать оружие. Он у нас с мечами, да? Давай ему дерзость. Ага, вот дерзость дадим. И что там еще? Змеиный клинок, наверное. Вот так будет тебе. Ну, я надеюсь, тебе понравится. Потому что они крутые. Ты с ними тоже будешь крут. А, посох я дал Дориану или нет? Что так много я мечусь, потому что забываю. Не дал. А должен был посох Тирдры. Бери. Он крутой, смотри, не погни. Можно и заколоть, и прибить к полу. В общем, ну хорошо. Теперь поедем туда. Это такая задержка организационная, но надо было это сделать. Быть может быть, конечно, надо было это сделать за кадром. Но с другой стороны, как бы знали, что я так, что им насовал. А так знаете. Так, давай. К сереньким. Это, конечно... Посмотрим, что из этого выйдет вообще, из этой всей рокировки. Да, в торопях нацарапанное послание, пришедшее птичьей почтой. Инквизитор, Хоуков страж где-то здесь, исчез, не успели поговорить. Хорош. Осторожнее на дорогах, бродят мертвецы, людям нужна помощь. Подробности на месте, Хардинг. Принять отчет и отправиться дальше. Нет. Да. Нет. Д.
и бычара. Подтвердить. Надо будет с ними, правда, сейчас еще колдовать с этими, наверное, со способностями, потому что у них же, наверное, ни хрена не развито с тех пор, как они у меня. Или они автоматом уже все себе подклепали, я не знаю. Так, но это не беда, потому что сейчас мы все это наколдуем быстренько. Вот. Калин готов отчитаться, но ты поздно. Рада видеть вас в здравии. Предвидятся трудности? Да мы справимся с любыми трудностями, что ты на меня лечишь. Что такого, чтобы инквизиция не разрулила? На, так ваша милость. Все настолько плохо? Не может быть этого. Я уже здесь, все должно быть хорошо. Мы сейчас все сделаем хорошо. Мы же с бычарой пришли. Он трехметровый вообще, вы его видели? Я бы такого, наверное, вообще по другой стороне улицы обходил бы. Ох, 10 лет назад во время мора в Крествуде случился поток. Это не единственный разрыв здесь, но после его появления из озера начали выходить мертвецы. Придется пробиваться сквозь них, чтобы добраться до пещеры, где прячется Хоуков, знакомый сэр, серый страж. Не пообщаться бы нам, а? When the dead aren't rising around us, perhaps. Он нашел, конечно, момент, она ему рассказывает про зомбей, которые там из речки. Он давай, типа, что-нибудь замутим, что ли. Может, кто-нибудь из Креста подскажет, как добраться до разрыва на озере, видит. Всего вам доброго. И берегите себя, пожалуйста. Я себя обязательно поберегу. Только вот что я тебе скажу. Все-таки ты не оделся. А зря. Давай, одевайся. Так, это я, получается, ему свою дал? Бычара. А ну-ка возвращай, нет. Отменный доспех авангарда, извините, нет, нет. Вот тебе. Подождите, это вообще получается, я все... Ну ладно, пускай будет у тебя. Это, он тебе нравится вообще, нормально? Или не нравится. А что там у этого кренделя? Дори, она такая, да? Куртка охотника. А не, аравайский доспех. Да пускай будет аравайский у него, а что там? Мне жалко, что ли? В принципе, все нормально. Так, давай, одевайся. И вот ты. Ты разделся, собственно. Когда я ее что ли рисовал там, видоизменял она. А что это она здесь другая, серая такая? Ну ладно. Надо будет, наверное, при возможности с ней еще что-нибудь поделать, поколдовать. О, точно, мы же зелья не набрали, ребят. Погодите. Кассандра. Где там? Нет, не ты. Дориан. Давай так. Эльфийского корня пока что корня нормально. Кол. Тебе. Нагребайте, нагребайте, ребятки. Солос не ты, Солос. Железный бык. Давай. Может быть, Дориану еще всучить. Лириумное зелье. В принципе, пока что есть. Теми я все равно не пользуюсь, пока что так попробуем. Если там уже припечет. Ну ладно. Этому рады, что. Такой фигни. Хорошо, все. Хватит тут, мужики. Сейчас будем решать дела. Куда нам идти решать? Интендант, отчитаться быстренько, да. Давай. Новости, рапортуй, конечно. Что там? Пожалуйста, сэр. Железо нагребли. Обсидиан где? Не нашли, ищите. А мне аж сюда. Здесь что? Стоячая что? Стоячая вода? Давай стоячую воду сначала заглянем. Заглянем. В стоячей воде будут явно трупаки. Тут она недалеко. Бежать всего ничего. Наверняка кто-то может добраться до разрыва. Хочешь сказать иными способами, чтобы облегчиться? Звучит по-другому. Вода меняет песню.
Блин, ну надо будет Бычаре еще там другое придумать. Это он как стриптизер какой-то стрёмный вообще. Убийца-стриптизер. Восточные холмы. О! Вот они, трубцы. На те. Кстати, да. Я же так и не разобрался. Надо сейчас будет это исправить. С их способностями. Давай же, давай. Чего ты? Не выпендряйся. Ага. Заколошмачивает нормально, но только где звук? Где мой звук? Верните звук в игру. Ага. Сердце трупа. Допустим. Может, оно нам и пригодится вообще. Да, поднять уровень. Уровень, уровень. Уровень это кто у нас? Это Каин. У него очков нет. 14 очков. Так. Так, 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 так. Дух. О! Ну подождите. Это что, что у Солоса было? Зима есть у него, преисподня, буря. Тут не огонь, не вода, а тут зима и преисподня, некромант. Да нет, что-то я не хочу из него некроманта делать. Блин. Ну ладно, ладно. Вот сейчас мы попробуем сконцентрироваться на огне. Вспышка. Хорошо. Враги, обращенные в панику. Бонус продолжительности. Больше жжения, это лучше, хорошо. Пожар. Жертвоприношение жжет сильнее и восстанавливает быстрее, благодаря чему можно поливать врагов огнем чаще. Жертвоприношение теперь восстанавливает мгновенно, но его наложение несколько раз подряд требует больше манны. Давайте вот это. Точка возгорания, конечно. Пиромантия. А что она дает-то вообще? Время восстановления плюс 10 секунд. Ваше следующее заклинание после нанесения критического удара восстанавливается моментально. Отлично. Встречный пал. Ваши заклинания выжигают окружающую магию, которая иначе замедлила бы вас. Каждое предпочтенное вами заклинание сокращает текущее время восстановления заклинания. Да, все это надо. Короче, это все надо. Это без вопросов надо. Это что такое? Огненная стена. Вы создаете пылающую преграду, которая обжигает и наводит панику на врагов, проходящих сквозь нее. Хорошо. Огненная стена получается больше, а врагов, проходящих сквозь нее, огонь жжет дольше. Огненная стена теперь зарождается на вашей позиции и движется от вас в сторону настольного долга. Настолько долго, насколько действует заклинание. Давайте попробуем это, эффектнее вроде бы. Огненная мина. Вы рисуете на земле руну, которая некоторое время заряжается, а потом начинает действовать. О! Это что меня убивает лично. Цели, пораженные огненной миной, подлетают в воздух и загораются. Теперь вы можете помещать множество мин прямо перед собой. Зачем нам множество? Давайте одну попробуем. Потом что-нибудь придумаем еще. Хорошо. Давай теперь, наверное, сопутствующие лед. Огонь и пламя, это, конечно, прикольно. Ты не можешь, что ли? Вот. Так, в тень, это... Ага. Зимняя безмолвие. Ну, пускай будет безмолвие. Хорошо, применяй. Посмотрим, насколько это эффективно. Кол, ты у нас будешь убийца. Будучи духом сострадания, Кол... На удивление, быстро и точно убивает врагов, в том числе тех, что слишком опасны для любой атаки. Его же эти грозные противники даже не замечают. Парные клинки. Наверное, надо развивать и то, и то. Добивание будет добивать. Меня здесь не было и здесь не будет. Потайные клинки. Отключающая бомба. Вы научитесь входить в состояние скрытности, пользуясь суматохой из-за смерти врага. Убийство цели мгновенно восстанавливает умение скрытности. Хорошо. Сумрачный плащ. О, вот это надо. Сумрачный нож. Или в доспехах. Метка смерти. Обязательно.
Метка смерти, метка смерти. Действует дольше, но ее нельзя взорвать вручную ради дополнительного урона. Метка смерти теперь наносит меньше урона, когда ее действие заканчивается, но намного больше, если вы взорвете ее раньше. Я это буду не управляю, ты взрывать сам не знаю, как будешь, не будешь, поэтому так вот как-то. Вялость. Под воздействием отключающей бомбы враги спят крепче, благодаря чему ваши товарищи могут ударить их сильнее обычного, нанеся урон, как при ударе сбоку. А осколки отключающей бомбы теперь на короткое время вызывают у жертв кровотечение. Какое будет кровотечение? А то мало ли еще не сможем дарить. Вы орудуете потайными клинками быстрее и легче, обрушивая на жертву еще больше ударов. Потайные клинки теперь наносят урон и другим врагам вокруг главной жертвы. Давайте главную, это главное. Мы уже выбрали кого-то, так будем мочить до конца. И что тебе еще? Что тебе еще? Это тебе не... Уловка. Нет, давай, наверное, убийца. Вот это. Давай. Парный кинжал. Да что ты издеваешься надо мной? Ну давай, делай уже. Вот. Все, нормально. И где наш там бычар? Бычар, я знаю, что я сделаю. Он у нас двуручник. Тут даже... А может быть и нет. Потрошитель. Железный бык. Отточил свой стиль боя до идеала. Он умеет обращать собственную боль в ярость, которая дает ему... Делает его тем опаснее, чем сильнее он ранен. Ладно, бычара, тебе полумертвым ходить, ты понимаешь это? Кольцо боли. Хорошо, кровавое бешенство. Они думали, вы ослабеете, когда они вас ранят. Они ошиблись. По 5% за 10% недостающего здоровья. Бычара, ты будешь полумертвым ходить, я тебе говорю вообще. Все делаем. Это что, лавина боли? Когда кольцо боли активно, пораженные... Поражение расходуется меньше выносливости и восстанавливается быстрее, а ярость дракона расходуется меньше вашего здоровья. Кольцо боли теперь движется за вами вслед. Давайте вот это попробуем. Ужасающая ярость. Ваши критические удары могут уничтожить кровавый сумбур и... Учинить кровавый сумбур и обратить находящихся рядом врагов в паническое бегство. Пускай будет. Запах крови. Находясь рядом с тяжелораненными врагами, вы впадаете в неистовство, отчего начинаете быстрее двигаться и чаще наносить критические удары. Вот это прям нормально. Пожирание. Кровь – это жизнь. Вы впиваетесь во врагов, нанося ему урон в соответствии с тем, насколько сильно ранены сами, и лечитесь. Кольцо боли значительно усиливает этот эффект. Вообще зашибись. При использовании ярости дракона после пожирания есть повышенный шанс впитать в цель, особенно глубоко впиться и нанести критический удар. Теперь каждое поражение восстанавливает больше здоровья. Пожирание. Какое будет здоровье? Ярость дракона. Ярость дракона и опустошение. Для кого-то ярость дракона – опасная способность. Для вас это единственный способ сражаться. Теперь с каждой атакой сила ваших ударов повышается, а время восстановления пожирания сокращается. А здесь ярость дракона больше не наносит вам урона, но часто использует навык... Это навык пониженного использования. Давай это. Ай, ты... Ты сам вообще справишься? Давай. Чего это нельзя? О, нет? В смысле? Ну. Да какого? Так, нафиг. Блин, все сбилось. Это. Больше здоровья. Здесь. Дракона опасная способность для вас нет. Вот это, да. Примени. Во! После применения оно туда тычется. И давай, наверное, здесь тоже тебе. Нет, не здесь, извини. Вот здесь. И это тебе сделаем. Ну, и для начала вот это. Хорошо, все. Зашибись. Все есть. Каин. Отлично. Значит, Андрасте с нами, да. С вами, ребятки, с вами. Много времени ушло, чтобы взять. Золото я украл у статы, это подношение было. Ну ладно, извините.
А куда мне вообще? Ага. Куда вроде бы? Деревня Крествуд. Никто из этих стражей не упоминает нового предводителя. They stay by oaths sworn in blood. Not theirs, then their own. Да. They're true. I hope Hawk's warden friend has answers for us. Деревня Крествуд. Так, надо испробовать нашу команду вообще смерти. Отряд. Вот. Я вот это вот смотрю, и после Донстара мне траву хочется собрать. Мочи его, мочи. Во. 1300 это до хрена, конечно. Ребятки, давайте, наваливайте. Он уже сгорел, все. А что, нормальная команда вообще? Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить всем. И что? Рыцарь со стражем. А стоячая вода, я не дошел еще все. Она отдаляется от меня. Да, видим, видим. Мертвяки идут отовсюду, это все понятно. Мужики, тут можно с вами поговорить, нет? Кто в кузне хозяин-то? Карим вспомнился чего-то. Когда там прибегаешь к этому кузнецу, он тебя так радушно принимает, прям как сына, брата. Да как тебе сказать? Мы вообще ночью не спим, это не Don't Starve. Спать не надо вообще. Что здесь было? Ну-ну-ну, давай. Добыча, ладно. Там явно какая-то херня. Вот. Что такое? Gold. Почему Джудит не живет в деревне, когда такое творится? Создатель, если что-то случится, кто такая Джудит? Ну? Я так громко говорил? Да, ты громко говорил. Джудит живет в стране от, стране от деревни, когда пришли мертвецы. Я просил ее укрыться здесь, но она и слышать не хотела. А чего так-то? Что случилось? А почему она не хочет укрыться здесь? Говорит, нужно свое пространство. Я говорил, Джудит, у меня большой дом. Мы с мальчиком могли бы спать в амбаре, если... Но она меня прогнала. Доброго. Я думал, я соглашусь как-то. Джудит надо проведать. Да проведаем. Непременно. Это что, трактирчик? О. Святое письмо. Смятое. Так. Братва, вы тоже шаритесь, да, по своим делам, типа? Все разбрелись? На постой? Да-да. Какая тут дверь-ка прикольная. Нельзя ее отломать? Да не конец-то света. Ничего ты возбухаешь. Открыть. Да надо сначала расфигачить эти самые. Нет? Это почему же? И даже взламывать не сможем никак. Это как-то странно даже. Да мочи, мочи, снимай это дерьмо. Да ты ж можешь. Я бы этим топором был как нефиг расковырял бы эту дверь. Ладно. Ладно, ребята. Быстрый перевход. Что у нас здесь? В мешочке, что? Понятно, материалы, значит. И здесь, здесь. Давайте будем, наверное, солидарны с этим, с рогастиком. Интерфейс. Открывать шлемы. Да-да, примени. О! А то меня немножко бесит уже Д'Артаньян. Я не знаю, мне то нравится, то не нравится. То хочется, то не хочется, чтобы носил это дело. Да и Каин то же самое. Староста, что у вас тут творится? Ты мне расскажешь вообще? Инквизитор? Я Дедрик, староста деревни Крествуда. К вашим услугам, несмотря на все. Ну да. Вы пришли бороться с мертвецами? Да, я сам пришел. Это нужно, мы можем. Здесь все боятся.
Да, односложно так говоришь, молодец вообще, мне нравится. Я могу попасть к тому разрыву. Мертвые появились из-за разрыва в тени. Как мне попасть к ним? Вы про свет в озере? Он исходит из пещер под Старым Крествудом. Во время мора, 10 лет назад, порождение тьмы затопили деревню. Все жители погибли, а вместе с ними и беженцы. Может быть, осушить озеро, а? Где же тут плотина, если все расхреначили? Да. Пустить? Должно быть какой-то другой способ. Не должен. Его нет. Чтобы попасть к плотине, вам придется расправиться с разбойниками старой крепости. Я не могу просить вас о таком риске. Да пожалуйста, ничего страшного. Ничего страшного. Не будем выпендриваться, ничего страшного, мы все разрулим, всех разбойников расфигачим. Бобров, если они будут плотину охранять, бобры добры, но все равно мы им начистим морды и зубы поотламываем, и все будет нормально. Этот ключ открывает ворота к механическому механизму плотины за крепостью. Но, инквизитор, я бы там на вашем месте не задерживался, мне пора. А что это ты? Какая история с Крествуда? Какая история Крествуда? Расскажи мне. Знавала она и лучшие дни. Выращиваем все, что растет, торгуем с купцами, приезжающими по королевской дороге. Мы просто хотим мира и покоя, ваша милость. Больше никогда ничего не хотели. Ладно, мне пора. Разбойников специально спрашивать ничего не буду, потому что мне интересно, что это за бобры там. Да нет, все, извини, случайно нажал. До скорого. Да-да, пока. В общем, не придется бобрам обламывать зубы. Дерфлест. Там, оказывается, механизм. И можно просто плотину переключить в состояние типа открыто, включено, выключено, в общем. Как-то так. Как в DOS. Все просто. Enable, disable, все дела. Куда мне? Плотина, значит, здесь. Я знаю, лежит тут лагерь. Давайте вот к этому вот разрывчику. Мы его быстренько сейчас закроем и пойдем дальше. Для этого нам надо туда. Или нет? Может, оббежать поверху? Что-то мне подсказывает, что именно так и нужно делать. Рейна, вы видели, как серые стражи спасли меня от мертвецов? И это потрясающе. А что ты зеленая такая-то, а? Мне нужно узнать, набирают ли они рекрутов. Зачем делать сейчас? Не становись стражем, они вообще процент выживаемости при превращении очень не очень. Ох, создатель, да вы же инквизитор, он самый. Честь имеет рекомендовать себя, инквизитор, собственной персоной. Но стражи ведь и вправду герои. Когда вокруг такое творится, хочется также помочь другим людям. В инквизицию вступай, точно. Став смертным стражем, а о чем-нибудь менее губительном мысли не было? Вступай в наши ряды, вот как мы вербуем вообще. Соус цело осужден. За что? Дориан не одобряет? Да ты чего? Вы что, охренели совсем? Нет, я все могу понять. Почему Солос такая подлюка, я тоже могу понять. Он лысый, ему не нравится, что этот Каин волосатый такой. А этот-то Дори, у него ж, блин, шевелюра, ого-го. Че он выпендривается-то так? Ну, правда, не всецело осуждает, но Солос падла. Блин, как я его ненавижу за это. Что это, наше будет, да? Наше присвоить. Памятники утопших. Хорошо. Похоже на памятник братской могилы. Мысли, где? Сестра, вон. Сестра. Староста собрался наконец осушить озеро. Мне надо, чтобы кто-нибудь нашел там останки погибших. Ну давай, рассказывай. Зачем нужно осушать? Вам нужны тела из озера? Хотите нормально похоронить, да? Все они дети создателя, их земные тела заслужили лучшей участи, нежели покоиться в трясине. Отпевание поможет смириться живущим. Разузнать еще, здесь похороны? Да? Во время первого нападения мы потеряли многих. Траур скоро закончится.
Сколько еще погибших попадет на погребальный костер? Вот что меня волнует. Хорошо, всего доброго. Да-да. Мы, блин, осушим. Все мы осушим, не переживай. Меня не перекинуло никуда, нет? Нормально. Хорошо. Бычар. Мы до сих пор не вступили в нормальную схватку. Меня это раздражает. Я хочу закрыть этот драный разрыв. Разорвать его хочется уже. Оп. Где он там вообще? Да? Жозефина, ты подожди пока отчитываться-то. Восточные холмы. Я б сел бы на лошадку, но... Тут вроде не так много бежать. Во. Уже прибежали. Да и интересных фишек можно найти. А там спускаться с коня такое. Так, ну давай. Братва, приготовились. Шашки наголо. Так. Ага. Ой, да они фигня вообще. 12 уровня. Все, сдохни. Теперь ты. Не-не. А что это? Серьезно? Такой слабенький разрыв? Вы что, издеваетесь надо мной? Сердце, блин, ужаса. Что он такой слабенький? Ну что, я поперся сюда поздно, да? Так, на! Ты сдох. А как это? Кто это? Никто же не бил-то вроде. Так, нас теперь нету воскрешателя, Солоса. О, вот оно кто. Давай тебе вот этим вот. Во! Ну почему ты сбил эту атаку? Она такая клевая была. На! Сдох. Все, в общем, это не враги, это херня какая-то. Даже убить по-человечески не могут. Все, заковыряли. Закрывай. И... Пам. И все. Молодец. Ой, не вступили в нормальную схватку. Огненная эссенция. Что здесь? Что здесь? Эльфийский корень. Да, нам нужно. Нужно нам эльфийских корней. Конечно же, нужно. Обязательно. Сейчас заглянем, что здесь в водичке. В воде. Тут он тоже утонуть может? Может. Наверное. Или давайте так, прощупаем дно. Может и не может. Не, нормально здесь все. Это надо периодически собирать, потому что они так и все израсходуются. Эти эльфийские корни. Королевские тем более подобрали. Где-то тут была еще дырка. Пещера вход. Ага. Нормально, теперь далеко видим. Глубинные грибы понадобятся. Там для чего-то они нужны. Я уже нифига не помню, для чего они нужны. Просто вы уж не обижайтесь за это на меня. Всего-то не упомнишь. Так, это кто такие вообще? Здесь разбойники, что ли, вот эти? Херня. Плетеный браслет возьмем. Эту херню не будем брать. Она фупловая. Палка эта, ковырялка. Что значит, вход воспрещен? Вы что, издеваетесь? Ясно. Я-то думал, мы можем куда угодно зайти, а на самом деле фиг. Инквизитор, инквизитором, а все равно не пускают. Там, наверное, какое-то задание будет. Пора сядь на, что ты скачешь? Мне нравится, что он такой вот подбитенький. И нравится, и не нравится, потому что если что, он сдохнет, и воскресить-то его некому. Да, давай. Наверное, на лошадке. О, уже тут оседлать. Давай, быренько. Холд-то нас догонит быстро, а вот железный этот бычара. Со вторым мужичком с Дорианом. Я не знаю, как они будут спешить. Торопиться. А Коулу что, он призрак или дух, или кто он там? Странно, что он за рога не держится. Тут можно было сдержаться за рога и сидеть вообще как на Харлее. Чувствовать себя просто
инквизитором с большой буквы И. Сюда, не сюда. Нет, не сюда. Тут объезд. Я-кия! Обратно вписывайся давай. Врага не обломай нашему этому. Нет? А как туда вообще попасть? Через пляж, что ли? Тут я явно не поднимусь. А где тут у вас объезд? Да. Я, блин. Что такое? Замерли. Нормально перескакивает через заборчики вообще так. Что-то я здесь лажу вообще. Нахрен я здесь лажу. Давай. Я. Точно, вот сюда нам, да? Я даже... А, вот. Вот оно куда. Тропинки по этой, по тропе. Старорыночная дорога. И это здорово. Дорогу нашли наконец-то. Воу, давай сползай. Что это такое, железо? Тут интендант мой еще не насобирал? Присвоить. А что здесь можно присвоить? Жопу коням его? А, ну не увидел сразу, потайная пещера. Ладно, ладно. Вот. Ага, истрепавшийся дневник. Но здесь мы, наверное, сделаем привальчик и перерывчик. А все остальное уже будет в следующей серии. Это была такая прям разминочно-тренировочная, вступительная, я не знаю, как назвать серия, что-то такое, шуру-буру, в общем. Всем спасибо, вы знаете, как меня поддержать. Подписка, лайк, коммент. И не забывайте про полезные ссылки в описании видео. И бабай!